Привет всем! Ясенская переправа, 2 июля. Снова нас дует, и снова дует запад. Надежда была, что наконец-то сменится ветер, но ветер, скорее всего, будет меняться сегодня ночью. И мы гоняем сегодня на парафойлах, на фэтлэди. Прогноз 6-7 метров квадратных. Ясенская переправа, 2 июля. Сегодня на нашем споте 15-й смайл у меня в параде, 12-й парадик смайл у Андрея и фэтлэди у Валеры. Сейчас еще подтянут наши гайдеры, которые должны были еще в 3 часа выйти. Так что пока новей спот, все увлекает. Красивым! Так что еще один ветреный день. Блин, не дня без ветра. Это что-то невообразимое. Какой-то коллапс случился. Мы не успеваем отдыхать и восстанавливаться после каталки. Каждый день дует на Ясенской переправе. По прогнозу, без прогноза. Короче, надо быть на переправе. За ветра. Те, кто уехал, спасибо, ребята, что вы покатались с нами. Все молодцы. До следующих встреч. Пока. Как у тебя так вывернулся кайт? Ловкость рук, никакого мошенства. Не, отлично. Вообще, я думаю, сейчас мы будем поплаваем, спасать. Да? Да, не, нормально. Не, я его отпустил, он сам вывернулся. Его, главное, не притягивать.